Внеучебная тревога. Пожар на одном из крупнейших предприятий области. На РКЦ «Прогресс» загорелось складское помещение. Столб дыма очевидцы увидели издалека. И вскоре в социальных сетях стали появляться фото и видео ЧП. 17 пожарных расчетов тушили пламя больше часа. Вроде бы поначалу ничего не было, потом очень-очень сильно. И вот сейчас вот так вот полыхает уже полчаса. По предварительной оценке регионального управления МЧС, площадь пожара составила около 400 квадратных метров. Очаг возгорания зафиксировали в одноэтажном пристрое одного из цехов. К производству ракет он отношения не имеет, там хранилось медицинское оборудование. Так нам сообщили в пресс-службе «Прогресса». Эвакуацию не объявляли, предприятие работало в штатном режиме, пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливаются.